А вот уголовное дело строителя Игоря Зайцева поступило в Кировский районный суд Ярославля. Об этом сегодня сообщили городскому телеканалу. Дата начала процесса станет известна на следующей неделе. Предпринимателю инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. Как следует из материалов дела, Зайцев, будучи гендиректором компании «Кладезь», заключил более 150 договоров долевого участия в строительстве домов на Соколе. Позже их возведение приостановили, а деньги, привлекаемые от дольщиков, тратили совершенно на другие цели. В результате потерпевшим причинен ущерб на сумму более 313 миллионов рублей.